Привет, друзья, с вами Кирникс, и сегодня мы продолжаем играть в игрушку под названием Турмойл, естественно, с аддончиком, с дополнением, с магмой, со всеми делишками. На чем мы с вами остановились? Мы, по-моему, взяли буквально несколько первых территорий, в которых, в принципе, показали себя неплохо по выкачке нефти, но, опять же, таки, это чисто благодаря большим скоплениям газа под землей, иначе бы мы так, наверное, не взрывали. Хорошо, у нас должны были появиться новые здания. Так, с этим товарищем все ясно. Мы можем покупать у него, я как сейчас только понимаю, мы можем покупать у него эти самые сокровища и, собственно, собирать свою коллекцию. Вот, правда, я не до конца въезжаю, какой смысл от сбора этой коллекции, но если у нас будет переизбыток денег, я обязательно этим займусь. Так, дальше мы можем стабилизировать говняным образом цену до 0.63 левой компании, это никуда не годится. Сыграть со мной в игру больше-меньше. А вот это интересно. Так, добро пожаловать в игру больше-меньше, стоимость игры 500 бочинских. Окей. Допустим, играть. Какой будет следующая карта? Угадайте и выиграйте. А, ну давайте больше. Валет. Осталось две карты, моя следующая будет меньше достоинства. Я думаю, меньше, потому что валет это, в принципе, средняя карта. После нее не так уж и много идет. Ах ты ж собака. Спасибо за деньги. Хитрая жопа. То есть, по сути, за 500 бачей с рандомом 50-50 можно дойти до 2000. Такая себе игра, я вам скажу. Так, с магмой термостойкость. Пока что мы не трогаем магму. Здесь у нас только земельный аукцион. Таймеры можем повысить. Сейчас еще погодите с таймерами. Крота я вообще не трогаю. Хотя надо было бы вообще-то. Хотя бы первого прокачать. Хорошо, давайте возьмем таймеры. Так, это у нас скорость бурения. Бурение пока что тоже не трогаем. Давайте крота возьмем. Глядим, мы там найдем какие-то полезные материалы. Сокровища? Кроты могут выкапывать подземные сокровища. А, еще этот надо взять. Вот, это если мы найдем там какие-то драгоценные камни. Может, кстати, коллекционные предметы. Поэтому пусть остается. Хорошо, поехали тогда на аукцион. Дретуйте. А, не, мы даже не две, мы три ходки сделали, да? Это прилично, это прилично. Мне кажется, что в этой зоне где-то еще есть повышенные коэффициенты. Их только найти нужно. Или рисковать не будем, выберем вот эту точку. Так, 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 алло, товарищи. Нельзя так. Ладно, я не принципиальный. Я по-любому уверен, что здесь говно, не точка, мне почему-то кажется. Ну ладно, мы увидим. Все по факту увидим. Выкапывание подземных сокровищ, мы кроты с этим справимся. Я уже взял тебя, крота, что ты приклепался ко мне? Так, я вот понять не могу, откуда у них идет в мастерской магма и сокровище крота. Ага, у него есть магма. С помощью этого обновления кроты будут вскрывать магму, если приблизиться к ней. Не, я пока не совсем уловил понту от магмы. Мне там кто-то говорил, что с помощью него можно нефть-газ превращать. Это тоже спорный как бы вариант. Ладно, поехали. Сейчас все натыкаем, так сказать. Раз, два, погнали. Так, что хочешь рассказать? Во избежание утечек, теперь вы можете контролировать соединения до того, как они будут доделаны. Это неплохо, но я вроде не настолько рак, чтоб прям случайно в газ тыкнуть. У меня, по-моему, такого еще ни разу не было, чтобы я случайно тыкнул в газ. Ладно, всех благ. Каждый займется своими делами. Оп, красавчик, красавчик номер два объявился. Так, сейчас пойдем от одного. А там уже посмотрим. Дружище, не огорчай меня. Красавелла, Вася. Все сюда, сдавайте, давайте. Четвером. Так, а ты где здесь нашел? О-хо-хо-хо, лещет. Давайте вот так пнем. Вот это ты, мальчик, молодец. Так, хорошо, пока цены замечательные. Быстренько все выкачивайте. Хотите, я вам даже трубу апну. Лишь бы выкачали. Раз, два, давай. Собрали, молодчики, еще собирайте. Сколько вас, 6 человек? Мало. Нужно больше. Нужно больше золота. Так, давайте на всяк пожарный резервуарчик сюда влепим. Потому что цены меня что-то, как всегда, перестают радовать. Еще до старта нормального, так сказать. Пусть пока что лепит. Можем, кстати, и второй поставить, вообще-то. Давайте комбайн и еще двух дядек отправим. Ждем, пока цены придут в норму. Оп, оп, красавчики. Так, цена здесь начинает подрастать, да? Давайте сюда направим. Одного оставим, чтобы он... Так, вот так сделаем, короче, все. И никакой мороки не будет. Так, я вам поставлю новую вышку тогда. Раз, первая найдена. Вторая найдена. Это ж изи, изи, мой френд. Только там камень, скотина. У меня денег не хватает. Давайте побыстрее чуть-чуть, ребят. Шушуть буквально.
Я там сквозь камень, ну, никак не пройду, да? Сейчас проверим. Схитрожопил. Без камня прошел. Нормально, жить можно. Так, давайте, втюхивайте. Все, что видите, все втюхивайте. Здесь, кстати, мелкие, по сути, места. Как бы ни о чем, я бы даже сказал. У нас здесь нормальное вообще? Не, тоже такое. Ни об чем. Ладно, давайте тогда вручную искать. Раз на то пошло. Здесь каменюки ни черта нет. Так, там у нас лава. Здесь у нас что-то есть, и это нефть. Придется все-таки апать камень, так и быть. Так, здесь у нас что? Ни черта. И барабанная дробь. Есть еще одна, хорошо. Заводи сюда. Так, прокачечка пошла. По деньгам все окей. Все оки-доки. Давайте я вас, наверное, пропаю уже до конечной. И здесь поставим вот так и вот так. Это нам в помощь только. Давайте выкачивать, а я пока что пойду искать новые месторождения. И... Хабана. Газ. Хорошо, там еще один газ. Только маленький почему-то. Хобана, больше ничего. Так, нет, снизу еще что-то есть. И вот здесь еще нужно прочекать, чтобы убедиться. Ага, ага. Даже так, давай ныряй. Через газ прошли насквозь. Опасно было. Я чувствовал эту опасность. Так, сколько у нас? 12 мая. Ну, в принципе, вообще-то, мы можем тормознуть сейчас продажу. Вообще-то. Поставить здесь резервуарыч. Я просто не уверен, что этим газом мы сможем достаточно поднять цену. Но, тем не менее, попытка не пытка, все дела. Так, здесь у нас можем ставить троячок. Здесь двоечки. Так, я еще пока дочекаю тут. Раз. Двась. Опача. Крот, дорогой мой. Ныряй. Давай, через лаву, через все проходи. Ты у нас будешь всепроходный, крот. Так, здесь что-то есть? Здесь ни черта нет. То есть, по сути, три газовых месторождения, которые мы можем завести в нужное нам русло. Сейчас только продумаем, как бы это правильно сделать. Что это за звук был? А, он забрал типа, да? Да у нас что вообще? Вы нашли сокровище. Замечательно. Так, мы доводим сюда. Здесь мы разветвление постараемся сделать. Здесь разветвление сделать. Коннектим сюда. По идее, с этого газа, я думаю, мы много не поднимем, мне так кажется. Нет, стоп, ничего не продавайте пока что. Пока что тупо выкачивайте. Здесь вообще большие места. Ну да, нормальные такие. Давайте здесь троечку тогда. Понеслась. Так, накапливайте. Сколько у нас всего товарищей? Давайте еще поставим несколько. Мне нужно поставить основные соединения. Здесь бы перекрыть, да так, чтобы... Нет, не получится так перекрыть. Не получится схитрожопить. Давайте вот так сделаем тогда. Так, деньги еще есть? Деньги есть. Давайте, быстро собрали все, что видите. Что у нас уже? Июль. Ой, слушай, так мы нормально еще успеваем. Я что-то переживал. Думал, долго это все будет, а нет. Эту выкачали, насобирали. Так, замечательно. Давайте последние остаточки собрали. Здесь перекрываем. И вводим... на сколько разветвлений? Три, по-моему, да, есть? По-моему, три есть. Давайте я вот так сделаю тогда. Не. Сейчас проверим. Нам всего сколько нужно? Раз, два, раз, два, раз, два. Это здесь соединим. Все, окей. Сейчас все соединится. Все, are you ready? Только здесь цена, падла, низкая. Вот прям как назло. Давай подрасти хоть чуть-чуть. Давай, кропалик. У нас август, мы еще успеваем все. Нужен, 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 нужен. Все, более-менее. Понеслась. Коннект раз, коннект два, коннект три, коннект четыре. Пау, пау, пау. Так, до половины освободились, поехали. Все продавайте. Давайте, давайте, давайте. Полностью все собирайте, все продавайте, все собирайте, все продавайте, все продавайте, все продавайте. Слишком далеко находится. Давайте, 3 бакса, нормальная цена. Замечательная цена для продажи. 3 максимум. Даже с тем, что газ постоянно поступает, все равно цены падают. Неприятно. Так, все, все встали. 54 тысячи. Ну, в принципе, нормально. Я продал этими мужичками, не проверю, может там еще где-то есть. Да, там еще был кусочек. Кусочек масюсенький, но мы зато весь газ добыли. Бонус за досрочное окончание, все как надо. Мы прям молодцы, смогли. Затащили, мать его. Но, кстати, ребята тоже не отставали. Сейчас мы, правда, по карте узнаем, что там происходило на самом деле. Так, присоединитесь к движению подземных искателей, помогите мне найти все спрятанные сокровища. Это очень полезно для предприятия. Кстати, подожди.
У тебя засчитало? Кварц это был найден. Ага, ага, ага. Серебро. Я вот не совсем въезжаю. Рынок сокровищ. Серебро есть 500 бочинских. Покупка. То есть это мы купим у него серебро, правильно? Нет, это он покупает за 500, то есть мы ему продадим, если бы у нас было лишнее серебро. Хорошо. Кварц за 11 тысяч, серебро за 13 продают. Что у вас нехеровый такой разброс цен, я вам скажу честно. Очень даже неблагоприятный разброс цен. Ладно, бог с вами. Так, что у нас здесь? У-у-у-у-у-у. Ну хотя, блин, за 9 тысяч. Это очень спорный буст. Очень-очень. С тобой играть больше не хочу, ты злюка. Неприятная мне игра, которую ты мне предлагаешь. Так, что-то новенькое у нас появилось. Таймер третий, с кротом мудохани с газом. Размер табуна. В принципе, ничего нам новое пока что из этого всего не надо. Я вот жду, у нас тоже должен же быть какой-то здесь фондовый, наверное, аукцион или что-то тому подобное. Пока что ладно, идем по прямой. Куда я попал? Я попал в 34, при том, что они были в 40-тах. Карл, в 40-тах, и они не смогли добыть нормальное количество нефти. Ну, что ж вы за раки-то такие? Бог вас прости. А вот что он сюда лезет? Откуда он знает, что там что-то есть? Или может он так чисто вслепую тыкнул? Так, эти кротов апают. Ты что, апнул сканер? Серьезно? У вас у всех сканеров нет? Не, у этого есть даже второй. Опасные ребята. Опасные. Что я могу сказать? Так, окей, с этим разобрались, с этим разобрались. Они, кстати, делают упор на магму, но я до сих пор не въезжаю нахрена. Ладно, закрываем это все. Поехали. Are you ready? Раз, два, побежали. Кабанчиком. Посвисти мне тут еще. Денег же не будет. Твою мать, нет! Это была подстава. Все, газ остановили. Ты предатель, парень, запомни. Ты просто предатель. Нам придется сейчас лишнее бабло тратить. Предал меня на ровном месте. Своим газом. Да вы издеваетесь. Ах, твою ж мать, ладно. Это ж надо таким говном быть собачьим. Ну, чтобы поставить здесь... Мать его, нефть, которая закрыта. С обеих сторон. Короче, пошел ты нахер, вот что я тебе могу сказать. Так, газ пока что не трогаем, и слава богу. Давайте, продавайте, шуриком, шуриком. Шуриком, кабанчиком. По-другому никак. Здесь еще и кучу труб придется улучшать. Давайте, давайте поставим вторую вышку, раз на то пошло. Сразу в нефть, хорошо. Это замечательно. Не самый лучший старт, но тем не менее. Пережить это можно. Так, раз, два. Здесь цена лучше, давайте. Правда, она там ненадолго лучше была, да? Совсем ненадолго. Ясно, понятно. Так, здесь мы двойную, наверное, не втулим, мне кажется. Ладно, поставим, а там посмотрим. Там уже посмотрим. Так, упало ниже. Все, достаточно. Тормозите с этим делом. Так, запустим пацаненка. Одного пока что. Нашел, красавчик. Надеюсь, где-то вот здесь. Не-а, надежда была пуста. Так, ну здесь у нас бур есть. Можно насквозь идти. Так, раз, два, три. Хобача. Собирайте. Так, цена где-то вообще намерена расти, алё. Давай, давай, до 0,8, молодец. Все сюда. Хорошо, хоть деньги появились. А то совсем не чуем. Так, еще одного пацаненка. Да ладно. Серьезно? Хе-хе-хе. Ясно, понятно. Че вы такие мелкие жилы находите, товарищи? Алё, ну куда ж это годится? Мне такая мелочь не нужна, вообще ни к чему. Так, ты у нас что нашел? Так, это хорошо. Заводи, надеюсь, там камня нет. Я сказал, надеюсь, там камня нет. Я как раз попадаю в камень. Замечательно. Так, ты что нашел? Булыга. Где-то на днище, да, по всей видимости? Да. Проваливай сюда. Раз, два, три. Раз, два, три. Стоп продажи. Проверяем, влезет. Не, не влезет, сволочь. Ладно, надеюсь, мы с этим как-то справимся. Так, коннект есть, собирайте все, что видите. Я вас пока что хотя бы разочек прапаю. Ждем цен, ждем цен. Все как всегда. Ни черта нового. Не-не-не-не-не, не надо, я и так проценты вешу. Не надо меня еще насиловать за это все. Так, забили. Плохо дело. Второй давайте. Оп, цены подъехали, замечательно. Давайте все собрали, вывезли.
Все собрали, вывезли, еще двух пацанят направляем. Тут, походу, придется без газа зачищать, мне так кажется. Почему-то мне чуечка подсказывает, что лучше будет без газа. Так, меняйте место продажи. Один убежал, второй убежал. Все. Это, по сути, вся нефть, которая у нас осталась. Лол. Что я могу еще сказать? Ну ладно, давайте попробуем. Хотя нет, 29 августа. Не-не-не. Продавать. Тупо продавать. Нет смысла. Нет смысла, мы чисто потратим деньги. Эта зона оказалась не такой выгодной, как хотелось бы, но... А что поделать? Что поделать? Так, отсюда успеет выкачать? Да, в принципе, все должны успеть выкачать. Я могу здесь еще протаранить на всяк пожарный. Там-то точно успеют. Оп-оп-оп-оп-оп, побежали. До 20 тысяч хотя бы добьем, не? Скорее всего, не добьем. Сложно, слишком сложно. А нет, почти, почти. Давайте, октябрь, все. Стоямба. Завершить. Нет, знаете ли, газа там было прилично. В принципе, на нем можно было вырулить, но если бы у нас не было вот этого торможения в начале. Но, к сожалению, а что поделать? Что поделать? Разное случается. Нас еще и опередили. Я уверен, что у них зоны были благоприятные. Так, ладно, что у нас имеется? Крот, не хочу с кротом иметь дело. Таймер повысить пока что тоже нет нужды. Размер табуна тоже нет смысла. Ох ты ж, матерь божья, сколько вас здесь набежало. 0.71, наша цена останется 1 бакс. Но. Ух ты, мой товарищ, ты мне можешь такую хорошую игру сыграть. Ты в левой, значит, он в правой компании был. Хорошо. Так, магму пока что не трогаем. По коллекции есть что-то, что купить можно. Серебришка и золотишко. 14 тысяч. 20 тысяч. Деньги есть, в принципе, да? Мне интересно, просто что из этого. Вам удалось получить сокровище из первого региона. Я покажу вам кое-что интересное, когда мы придем к следующему региону. Окей. Я весь в ожидании чего-нибудь интересного. Поехали. Следующий земельный участок. Я попал в 25-й. Как, Карл? 46, 25. Как такой переход возможен вообще? Это же unbelievable. Просто нереально. Я теперь вообще боюсь куда-то тыкать, слушайте. Ну ладно, здесь должно быть что-то толковое. Предположительно. Она явно что-то знает, слушайте. В такую сраку затесалась. Советы, бесплатный совет. Ох, наконец-то, боже, сколько я ждал уже советов от мэра. О, ни хрена себе разброс. Это как понять? Снимаю шляпу и еще раз даю советы. А поскольку этот мэр не крохобор, это все бесплатно. Ага, даже так? Так, смотрим. Если вы подключаете трубы к магме, это увеличивает скорость потока нефти. Это может вам сэкономить много денег на модернизацию труб. Хорошо, это запомнили. Следующий. Кайл и Онно ни перед чем не остановятся, лишь бы козырять друг перед другом. Нажмите на плакат на любой из компаний, и вам будет предложена сумма в живых моментальных деньгах взамен на эмбарго их конкурентов. Это как раз касалось, видимо, того, что мы будем постоянно продавать только в одну точку, и за это получим вот те самые там небольшие суммы, которые описаны. Там от 300, по-моему, до 900 долларов. Хорошо, посмотрим. Это как раз, когда мы договариваемся с кем-то, удобно использовать. Хотя, я думаю, оно не будет использоваться. Так, у вас есть проблема с утечкой газа при бурении в нем. Вы можете нажать на соединение, чтобы закрыть его до завершения его строительства. Но это уже было. Это была случайность абсолютная. Так, землю вокруг этого города изберут сокровищами. Дойдите к Эдварду и купите у него обновление сокровищ, а затем выкопайте их при помощи кротов. Хорошо. Если вы не можете самостоятельно найти все подземные сокровища, идите на рынок сокровищ и купите их. Вы также можете продать сокровища, если у вас больше одного экземпляра. Это тоже уже ясно. Если вы не видите нефти на открытом грунте под лозоходцем, спящим лозой, та-та-та-та-та, подождите некоторое время, пока уровень поверит. Это тоже было известно. Дальше. С максимальным улучшением глубины выходит за пределы экрана, это означает, что в земле нет больше. Это тоже было понятно. Так, соединительные трубы от улучшенной буровой, ведущие к трубам от неулучшенной буровой, позволяют скопировать все улучшения. Это тоже было понятно. Так, газ полезен не только при повышении цены на нефть. С его помощью вы также можете значительно увеличить скорость нефтяного потока, соединить газовый карман с трубопроводом, в который поступает нефть. И позаботьтесь о наличии достаточного числа повозок. Это тоже понятно. Так, теперь вы можете использовать газ. Подведите газ к left или right ing и наблюдайте за ростом цен. Так, это все так понятно.
Во избежание утечек, теперь вы можете контролировать соединения до того, как они будут доделаны. Это все, что мне хотел сказать? Really? Ну, из полезного я узнал только одно. Что с помощью магмы мы можем ускорять поток нефти. Все. Больше ничегошеньки. Ладно, хрен бы с ним, поехали. Окей. Тонна полезной информации ворвалась нам в ушки. Так, я брал у правой, по-моему, да? Так, вы хотите подписать эксклюзивный договор, да? Все, 900 бочинских мы за это получили, и как бы постоянно ему будем продавать. Это логично, потому что у нас с ним договоренность. Она нам обошлась на 900 дешевле, выходит. Так, продавайте, ставим сразу же тут. Давай. Что-то мне не нравятся размеры того, что мы выкапываем, ну ладно. Это все решится со временем, я надеюсь. Так, апгрейды вы, товарищи, что нашли, показывайте. Красавелла, Бзюлину нашел. Так, здесь уже что-то поинтересней. Здесь можем апать тогда смело. Хобача. Погнали. А что это значит? Ровно бакс, типа? Странно. Это очень странно выглядит. Так, не забывайте собирать, алло. Нормально, все. Все окей, собирайте без проблем. Давайте. Сейчас давайте вам последний апгрейд. Чтобы вы гасали, как дикие лошади. Так, давайте еще двух пацанят. Раз на то пошло. Стоять. Я тебя услышал. За камнем, да? Ясно, понятно. Не вопрос. Так, а ты... не то. Так, и у тебя есть саца. Давай к тебе протащим. Так, здесь тогда апгрейд делаем. О-хо-хо, как я газ насквозь прошел. Вот это было опасно. Это было рил опасно. Очень даже. Что у нас сейчас, март? Ну, слушайте, в принципе, можем успеть. Как мне лично кажется. Я могу, конечно, ошибаться, но... В целом можем. Тормозим продажу. Пока что тормозим, не более чем. Давайте еще вдвоем порыскайте. Может, глядеть, что найдем. Я пока здесь прочекаю. Так, здесь еще есть прокатывай, улучшай. Сейчас, товарищ, я к тебе приду, погоди. Так, здесь булыга. Здесь ни хрена. Стоп, кротик. Ныряй. Серебро в паре. Правда, оно парится за мелочь. Но тем не менее. Еще. Теть твою колотить. И не выйдет теперь обойти, да? Ясно. Намек уловил. Я понял, дурак бы не понял. Так, продайте чуть-чуть буквально. Я здесь пока что апгрейд проведу. Так, есть ты где нашел? Где-то здесь, да? Еще газ, хорошо. Нам нужно будет, короче, очень страшную вещь сделать. А именно соединить парочку... Нам нужно будет, короче, все вот это соединить. В любом случае, как бы там ни было. Так, сюда проводим еще вторую. Не знаю зачем пока, но пусть будет. Так, продавать, что у нас май. Ну, в принципе, успеем, слушать. В принципе, успеем, если не будем тупить. Так, здесь еще надо прочекать все. Во. Нам нужно выкачать все и просто перекрыть обе вышки. И тогда мы сможем на этом еще и подзаработать. Так, здесь больше ни черта нет. Здесь больше ни черта. Все, хватит продавать. Собирайте остаточные тогда, раз на то пошло. Так, лишнее перекочевывает сюда. Какая мазафака у нас здесь происходит. Так, а здесь что еще есть? Здесь еще кусочек. Заводи сюда. Тройка. Здесь стоит уже тройка. Понеслась, и сюда двоечку хотя бы. Успеем? Вроде бы как успеем. Так, нужно только провести теперь вторичные трубы, которые будут у нас как раз-таки подключены к магме. Ой, к магме говорю, к газу. Так, тебя я пересоединю вот так. Вроде бы все правильно. А, у нас же трубы не проводят. Горячую магму пройдите к Джеку, чтобы сделать трубы... Да-да-да-да-да-да-да-да. Тут надо было чуть по-другому вырулить. Не вопрос. Мы от этого не пострадали. Так, здесь подсоединяем раз, подсоединяем два, подсоединяем три. То есть этот газ мы уже, считайте, что разрулили под себя. Так, давайте еще одну сделаем тогда. А, денег нет. Чуть-чуть продайте. Буквально кропалик, спасибо.
Еще чуть-чуть, чтобы мы могли те трубы поставить. Все, достаточно. Все остальное собирайте. 3, 2, 1. Последняя нефть прошла. Тормозим, раз. Сейчас вот этот бздик забыл сделать. Тормозим, два. 30 июля, все окей. Поехали. Раз, два, три. Харя еще пошла. Харя еще. Не хватает денег, правда, ну ладно. Так, там огромное месторождение одно есть. Поехали. Быстренько. Раз, два. Кабанчиком. Три. Все, вы все продавайте. 10 кусков, 17 кусков. Там газа овер до хрена, да? Хо-хо-хо-хо-хо-хо. По 3 бакса и, собственно, остатки тоже уже по 3,5. Даже ачивку получил. 3,5 бача. Сейчас я хочу дождаться, какая цена максимальная будет. 3,85 где-то, да, было? Ну, в принципе, неплохо, слушайте. 51 тысяча, хотя с этой зоны мы могли вручную получить, ну, я думаю, не больше 30. Если бы не сделали этот апгрейд. Хорошо, смотрим. Все зачистили. Матерь божья. 56к. Ху-ху. Это было хорошо. Я, правда, еще не знаю, сколько единиц у меня была зона. Насколько она хороша была. Может, она там совсем говнищем оказалась. Но, тем не менее, это никак не изменило нашу позицию. Но нужно учитывать, что мы отдали еще 9000 за стоимость в 1 бакс. И возместили за это 900 по эмбарго, которое мы наложили на вторую компанию. Ну, в общем, в целом и хорошо вышло. Серьезно, в целом получилось хорошо. Ну что ж, ребятки, сделаем с вами небольшую паузу. Спасибо вам большое за просмотр. Не забывайте комментировать увиденное и, конечно же, нажимать на колокольчик. А мы с вами встретимся в следующем эпизоде. Пока-пока.